Об учреждениях образования, о педагогах и учебных программах сказано так много, что кажется, больше не о чем говорить. Но каждый год назревают новые вопросы, требующие своевременного решения. А потому августовские конференции работников системы образования давно стали не просто традиционными, а очень важными и нужными. Руководители школ, лицеев, гимназий и детских садов Бреста, а также представители администрации города встретились в одном месте, чтобы в дружественной атмосфере обсудить итоги образовательного процесса за минувший учебный год, а также определить цели и задачи на год предстоящий. Основы обозначены на всех уровнях, на уровне Министерства образования и на уровне главы государства. Это совершенствование качества образования, совершенствование военно-патриотического воспитания, работа с молодежью. Это основные акценты, которые сделаны были на всех уровнях. В рамках этих задач двигается система образования нашего города. Мы, в общем-то, неплохо закончили предыдущий год, у нас 172 медалиста, у нас 10 стобальников на централизованном тестировании, у нас 24 победителя Республиканской олимпиады по учебным предметам. Но нет предела совершенству, и педагоги системы образования областного центра настроены показать еще более высокий результат в новом учебном году. И для этого есть все необходимое. Подтверждением вышесказанного является масштабная выставка учебных пособий, материалов, над которыми трудились наши педагоги, и которые были оценены по достоинству. Приятным сюрпризом для многих стал новый учебник по геометрии для 11 класса, на обложке которого размещен западный обход. В этой книге получить знания будут школьники всей республики, а значит, очередной бренд Бреста станет еще более узнаваемым. Мы постарались обеспечить полноценное финансирование тех проектов материального дооснащения. Вовремя выплатили педагогам им положенные отпускные. И думаю, что сейчас с уверенностью могу сказать, что система образования города готова к новому учебному году. Готова и к тем новым требованиям, которые были обозначены главой государства на недавнем Республиканском педагогическом совете. И думаю, что наша система образования города Бреста достойно себя покажет в этом году, тем более, если учесть, что учебники республиканские уже теперь на обложках изображают наши достижения нашего города. На августовской конференции собрались единомышленники, люди, которые действительно болеют душой за общее дело. Потому разговор был конкретный. На встрече озвучили цели и задачи на новый учебный год, обозначили статистические данные по обеспечению здравооберегающих процессов, обсудили проблемы военно-патриотического воспитания, провели мониторинг проделанной работы, а также сделали акцент на развитие дошкольного образования. Хорошим примером последнего пункта стал детский сад номер 20. Дошкольное образование является первой ступенью образования в республике Беларусь. Очень важно то, как закладываются навыки, знания, представления у детей дошкольного возраста. И над этим работают все учреждения дошкольного образования. Что касается, если сада номер 20, мы можем сказать одно, что в нашем учреждении созданы все условия для безопасного пребывания воспитанников и для развития их в направлении детской деятельности. Обсудили многое. Теперь осталось от слов перейти к делу и сделать городскую систему образования еще эффективнее. А те, кто ежедневно работает над этим, на встрече в торжественной обстановке искренне поблагодарили, вручили награды и памятные дипломы.